цветные, черно-белые, раздельные, цельные. Когда речь заходит о женских купальниках, выбор, пожалуй, ограничивается только вашей фантазией. Но как же быть нам, мужчинам? Сегодня обсудим тонкости выбора мужского плавательного белья. Шорты, плавки, футболка и солнцезащитные очки. Вот и все, что нужно хорошему человеку на пляже. Однако именно там все тайное становится явным. И съеденные на ночь глядя котлеты, и ваше чувство вкуса. Дабы не позволить тайнам испортить ваш отдых, к выбору плавок нужно подойти, если не серьезно, то хотя бы со знанием дела. Для многих наших мужчин мода в целом – понятие практически из области фантастики. А что уж там говорить о плавках? Вы удивитесь, но мода на мужские плавки существует. Действительно, каждый сезон дизайнеры не так сильно изощряются, как в женской моде, но все-таки диктуют какие-то правила. Могу порадовать всех мужчин, которые не следят за своим весом и комплексуют на пляже из-за животиков. Если раньше были в моде плавки более по фигуре, облегающие, укороченные а-ля трусы, то в этом сезоне в моде более свободные формы. То есть, если это даже плавки-шорты, они более свободного кроя, они скрывают все, что нам не нужно показывать, они как-то визуально фигуру делают более привлекательной. И здесь уже вариации от боксеров до шорт, до бермудов чуть выше колена плавок можно выбирать. Само понятие как пляжная мода для мужчин зародилось в конце 19 века с появлением первых купальных костюмов. До этого наши прапрапрапрадеды обходились набедренными повязками. Появились первые купальные костюмы для мужчин в Англии и представляли из себя вязаные, почти закрытые комбинезоны с короткими рукавами синего цвета. В качестве материала была выбрана шерсть, так как в те времена считалось, что изделия из шерсти способствуют профилактике простуд во время купания в прохладной воде. Сегодня выбора, конечно, больше. Нужно останавливаться выбор на более темных оттенках, вот такая тенденция. А также тем, кто хочет подчеркнуть прелести своего животика, может быть, кто-то провел очень много времени в тренажерном зале, хотел бы показать это на пляже, тогда подойдут модные в этом сезоне плавки с выделенным поясом, то есть это либо очень яркий пояс, либо он из другого материала, но он выполняет функцию такого ремня на плавках и выделяет красивый животик мужчины. Все хорошо в теории, теперь перейдем к практике. У столичных любителей провести время на пляже свои представления, как именно нужно выбирать плавки. В первую очередь плавки должны мне нравиться, подходить по размеру и чтобы хорошо смотрелись на пляже. Существует огромное количество моделей, и даже на пляже нужно выглядеть хорошо, особенно когда загорел. Кто вам покупает плавки, признайтесь? Сам себе. Ага. Сам себе, да, и, сам себе. По каким критериям? Вы идете, выбираете самые дешевые плавки или же вы выбираете нормальный, те, кто вам нравится? Нормальные плавки, чтобы можно купаться на озере, чтобы... Я их не покупаю, вы смеяться будете. Я их нахожу. Вот я иду везде. Когда мне надо, мне падают оттуда с неба. Вне зависимости от того, где вы собираетесь отдыхать этим летом, помните, что узкие плавки можно носить только в одном случае – если вы загорелый и подтянутый. Выбор плавок в столичных магазинах достаточно широк, чтобы подчеркнуть плюсы любой фигуры. Также обратите внимание на ткани, из которой сделаны понравившиеся плавки. Консультанты советуют отдать предпочтение моделям из полиэстера. Полиэстер, во-первых, вот этот, который он очень хорошо тянется и быстро сохнущий. Также в шортиках, он тоже идет в полиэстере. Там 100%, что не стоял и мог в этих шортах и не мог высохнуть. Единственное, что для бассейнов шортики категорически нельзя. Классические 280 лей, все модели, шортиками 350, и такие шорты 350, 430, 490, 510. Не забывайте и о целях приобретения плавок. Если речь идет о купании в бассейне или море, подойдут практичные варианты из надежных материалов. Для соблюдения гигиенических норм в них обязательно должны быть вшиты так называемые дополнительные плавки и сетки. Для прогулки по пляжу или занятия спортом подходящим вариантом послужат плавки-бермуды либо шорты. Самая такая вишенка на торте, что оставила на десерт, это привлечение женского внимания. Здесь два основных совета. Первые, в моде, не будем забывать, что 90-е, они господствуют весь сезон, в том числе касается пляжной моды, поэтому как в женских купальниках, так и в мужских плавках очень уместные кислотные вариации, то есть яркие такие, вырви глаз, шорты, плавки, что угодно. Ну а если вы уж совсем хотите, чтобы у вашего места пляжного толпились женщины, которые пришли из любопытства посмотреть, кто же тут загорает и отдыхает, тогда дизайнеры советуют остановить выбор на
плавках телесного цвета. В принципе, женщинам такой же совет. Не выбирать какие-то яркие, кричащие красные, а наоборот, телесные расцветки. Издалека будет казаться, что вы просто голышом загораете, перепутали нудистский пляж с обычным. Независимо от того, какой материал и бренд вы выбрали, обязательно после каждого использования промойте плавки. Желательно вручную, без применения отбеливателя и кондиционера, чтобы они вам прослужили еще много лет. Отдых — это когда вам никто не говорит, что делать. Поэтому наше дело лишь дать советы. И только вы решаете, в каких плавках им следовать.